На очередном заседании Чебоксарского городского собрания народные избранники отчитались о проделанной работе и наметили задачи на ближайшую перспективу. Сегодня задача органов местного самоуправления – создание благоприятного инвестиционного климата и пополнение доходной части бюджета. Кроме того, депутаты стараются поддержать инициативы граждан, которые могут повлиять на развитие города. Практически мы сегодня отчитались за все 5 лет работы депутатов 6-го созыва городского собрания депутатов. Впереди выборы. И поэтому надо нам было определить ту черту, после которой появляется моральное право идти дальше. В этот срок было введено 20 детских садов. Сдано 436 тысяч квадратных метров жилья в 2019 году только. Это рекордное количество квадратных метров. Депутаты всегда были со своими избирателями. Депутатский корпус в прошлом году провел 10 заседаний, приняв 82 решения по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы города. Об итогах социально-экономического развития города Чебоксары рассказал и глава администрации Алексей Ладыков. В городе реализовывалось 69 инвестиционных проектов общей стоимостью около 20 миллиардов рублей. С созданием около 4000 новых рабочих мест. В рамках реализации инвестиционных проектов именно в 2019 году было создано около 300 рабочих мест. В ближайшие годы продолжится реализация 80 инвестиционных проектов общей стоимостью 21 миллиард с созданием 3500 рабочих мест.